Что я могу сказать? Я советую всем девочкам, всем беременным ходить на йогу, заниматься спортом, всем тем увлекаться, что разрешено в нашем положении. Считаю, что это очень здорово, приятно и хорошо. Это облегчает жизнь, потому что себя чувствуешь намного-намного лучше. Вот, Аминочка, расскажите, что вы почувствовали после занятий, будучи беременной женщиной? Мне стало легче, честно говоря, потому что до этого у меня немножко были боли, мне казалось, что у меня болит вот седалищный нерв. Я стала ходить, заниматься. Я еще к тому же добавила активную ходьбу. Вечером мы гуляем с супругом. Мне кажется, что мне стало намного легче, и плюс спина, и как-то вот все это облегчилось на самом деле. Рахмат.